Сегодняшняя тема. Светлана Ходченкова опубликовала уютное домашнее фото, выполненное в черно-белой гамме. В кадре 37-летняя актриса блеснула бесконечно длинными ногами и получила множество комплиментов от поклонников. «Самая лучшая и самая красивая актриса, огонь, вы очень красивая, стройнее цыганской гитары, что за прекрасная леди, вы как всегда на высоте, очень нежно, потрясающая, шикарная, нереальная, очень красивая и эротично, ножки огонь, красавица, восхищенно» пишут в комментариях. Ранее Светлана Ходченкова поделилась пикантным снимком, повеселилась на звездной вечеринке, посетила благотворительный аукцион и украсила обложку глянца в игривом образе. Как знаменитости встретили Новый год, узнай в нашем материале, а в галерее любуйся на звездных красоток с бесконечными ногами. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.